Репортаж с призывом помочь маме двоих малышей Алине Холодцовой вышел на канале BuzzTV в феврале этого года. 25-летняя женщина стала стремительно терять зрение. Остановить процесс могла только дорогостоящая операция, на которую у этой семьи не было средств. Благодаря пожертвованиям неравнодушных людей было собрано около 35 тысяч лей. И месяц назад Алине провели в Кишиневе операцию по реабилитации левого глаза. А как прошла операция? Хорошо, удачно, успешно. И сейчас как, видите, хорошо? Ну, только тень пока. Сказал, дальше будет лучше. Посмотрим. 9-го поеду на консультацию, посмотрим, что дальше. Первоначально хирургическое вмешательство планировалось на март, но по медицинским показаниям оно было отложено на несколько месяцев. Все это время Алина вынуждена была принимать препараты для повышения уровня гемоглобина. И лечение, и сама операция проводились платно в частной клинике, потому что в государственных больницах подобные медицинские услуги не оказывают. Там не действует полис. Там частная клиника, там все платное. А в государственную вы обращались? Обращалась я и в республиканскую, и там хрусталик не меняли, поэтому невозможно было. Алина искренне благодарна всем, кто оказался неравнодушен к ее судьбе. В первую очередь журналистам и неправительственной организации «Мотивация», которая помогла найти основного спонсора – «Юнион Финоса». Часть средств выделили районный совет и городская примария. Остальное пожертвовали добрые люди, увидевшие репортаж по телевидению или в интернете. Я благодарю всех, кто мне помог собрать средства. Благодарю BuzzTV канал, всех, кто мне помог, что помогли мне собрать денег, чтобы я могла видеть своих детей. Дай Бог им здоровья, ихним детям, чтобы Бог им помог. Большое им спасибо. Алина надеется, что прогнозы офтальмологов оправдаются, и вскоре она сможет не только различать силуэты своих детей, но и увидит их лица. Молодая мама старается заботиться о малышах, несмотря на проблемы со зрением, и они отвечают ей взаимностью. Что ты маме помогаешь? Уборку помогаю, вещи собираю, в садик провожаю ее, постели заправляем. Помогаю лук чистить. Сам твое любимое блюдо, которое ты готовишь с мамой, какое? Красный борщ. Хотя операция на левый глаз прошла успешно, Алине вскоре необходимо будет оперировать и правый. А это опять деньги. Сегодня семья из трех человек еле сводит концы с концами на пенсию по инвалидности в размере 1500 лей. Поэтому молодая мама будет благодарна вам за любую помощь. Не только финансовую, но и материальную, продуктами питания, детской одеждой или обувью. Возможно, для кого-то это будет просто добрым жестом, а для Алины и ее детей – спасением в трудной ситуации. Не будьте равнодушными. Предложения о помощи принимаются по телефонам 0-297-22-6-36 или 0-60-67-85-86. Банковские реквизиты для перечисления средств вы видите на экране.